Подожди, подожди. Скажи пока ему, Аня, скажи ему пока. Ладно, пока. Аня подставила меня, блин. Если не подставила, я в принципе не могла такого ожидать. А ты только о медузах думаешь. Здорово, бандиты. Манго, здорово. О, ЭГС. Кто-то дверь выломал. Не я. Это второй этаж, значит. Пристроя. Дверь. Хера себе, крыса. Спокойно, спокойно. Знаешь, там дверь можно выломать, крайнюю. Да, я знаю. Вот он ее выломал, скорее всего. Возможно, там сейчас и засядет в ней. Не зря, что он ее выламывал. Ну я поломал, когда мы заходили, он мог просто хотел посмотреть. И там много комнат, из которых можно посмотреть. Ну там самое приятное в плане лестницы, если он будет заходить на лестницу. Дам я туда гранату. Значит, и обратно захожу. Ой, кто-то у костра еще на улице. По мне. Уйди, 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 на ты улице, че? Да. На улице у магазина. У костра тоже. Не хочет мне отказку задать, ну? Бил одного. Нет, в комнате у тебя. Угу. На втором бегает пристрой. Да, там вал. Прохожу в центр. Граната, ты? Моя, моя. Я на втором. Эх, не пролетела. Кусты. С какой стороны? Магазин? Магазин, да. Понял. Гранату готовит куда-то, аккуратно. Бил? Я на третьем. Магазин, тут еще. Я. Заходить сейчас буду. Правый похоронный. Значит, второй. Стекло? Граната была. Ну я взрыв? Ну, где-то был, по-моему, РГНК. У меня не было взрыва. У тебя был взрыв гранаты? Да. А на каком этаже хоть взрыв-то был? Я не поняла, в том-то и дело. Но так взорвалось на втором, наверное. Так, я первого пойду. Полутаю гранат. Нашли чей гранат. Шестьдесятый. А, так это клановцы тут сидят, походу. Граната. Моя. Бля, пугаешь. Да, ты забегал. Че ты бегаешь? Я на первом, да.
надо. Я не понял, какой это этаж был. Второй. Это он в пристрое второго кидает в центр. Так у меня в центре взрыва не было. У меня был. Я видел прям пыль через потолок. Магазин. Пусты? Или что? Угу, давай. Ты разговариваешь? Господи, у Ани голос в игре, как будто это какой-то пацанчик разговаривает, блин, школьник. Ты прыгнул? Да. Окно разбил. Да. Чел, он с тобой разговаривает вообще? Да нет, молчит. Какой сам ты? Да, в палатке чел стрелил меня. Какого-то говна, блин, стреляет. Где эта крыса? Убил костра. У костра или у палатки? У костра, у палатки. К магазину перебежал, ты? В магазин бежал. Я у платника. Он прям молчит, да? Молчит, вообще просто ноль, понимаешь? Как будто вот нет. Как будто его там нет. Это клановцы по-любому сидят. Да, тут в двушке клановец, это клановцы. Ты в двушке сейчас? Я на улицу. Лутаю типа, который в двухе перебегал. Запрыгиваю. Дверь открыл. А он в этой комнате был реально все это время, походу, который выламывал. Да, он там дверь только что открыл и прошел вглубь коридора. Сейчас все сделаем, Ань, погоди секундочку. А дверь опять закрыл. Ты в комнате опять закрылся? Да я не знаю, может быть, кинул гранату в эту комнату. Подожди, он успеет выбежать. У меня нету вогов. Сейчас я попробую вот так сделать. Дверь. Какая? У магазина. Это тебя пикает. В центре, в коридоре. С пристроя, второй этаж. Я могу гранатку кинуть. Опасно. Он лег коридоре и смотрит. Подожди. Скажи пока ему, Аня, скажи ему пока. Ладно, пока. Блять. Так, это четвертый.
Возможно, пятый еще где-то будет. Но третий мы еще не чекали. Я должен руку зашить. Бля. Синюю руку на первом. Народ не делал, не помню. Хер его знает, если этот сидел там до победного. Я уже ни в чем не уверен. Ты ходишь? Да, на первом. А как ты его там подходил? Забрался на железную лестницу двушки на перила. И увидел, как он лежит там, у него, ну, типа, затылок торчит. Господи, ты что пугаешь? Ты что меня бесит эти лампы? Ну слушай, ни хера. Пуш. Чисто. 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 Не, надо все смотреть. Надо второй смотреть, пристрой, мне кажется. Там еще могут быть. Лева заберешь? Mm-hmm. Пристрой, шевелится. Три бота. Если быть точным. Чисто. Господи, чувак. Тесс? Пепси, блин. Ага. Тоже клан, да? 44 уровень, ну я тебе говорю. Там... Ну они, получается, засели в двушке, на первом в мусоре. Здесь дверь специально выбили, чтобы тоже посидеть. Сити-то геймеры, конечно, клановые. А, так это не Тесс. Ну другой уже? Это другой чел. Ну может с ними пошел, чё. Ну, может, как-то они больно хорошо сидели по всем этажам. Вал не буду брать. Новый вал, если хочешь, бери. Да, ладно, конечно. Ладно, пока, говорит. Пойдем, прикроешь меня, у меня там чел. Слышно, у меня там было? Ну-ка, встань тут. Я скажу что-нибудь. Не слышно вообще оттуда или нет было? Может, он вообще меня не слышал, пока лежал. Так, проверка, проверка, 1-1. Идеально слышно вообще. Понятно. Просто боялся спалиться. Ты же не знаешь, что он там. Так, в смысле? Я же сказала, что на втором этаже чувак. Специально сказала. Второй этаж пристрой. Чувак, который сидит. Ну, это же гранат же оттуда кидал, когда я ему гранату кинула. Ну как тут можно не узнать, что он тут сидит? Прикрой меня. Слева у забора чел у меня лежит. Мотаешь? Угу. Обычный ник или тоже приписан? Обычный, обычный. Теперь пойдем к магазину. Там еще один должен быть. Там хорошенький, с капой какой-то был. Ой, а это кто лежит? Не взорвал ли я тут гранатой кого-то? А, нет, они свинтореза тут убили, типа, еще. Кто-то бегает. Mm-hmm. Между шагами. Блин, а с этого сняли жетон. Вот этого лутали моего. Где-то жив все-таки один должен быть. Только жетон сняли или все остальное тоже? И ган сняли. Но у него два гана боты с собой. Боты тоже забирают. А бот жетон? Один. Жетон и боты не забирают. Не-не. По-моему, нет. Да не помогу, тебя могут полностью вообще разбить. Вообще полностью. Да, почему они этого типа не раздели? Да. В сумке места уже не было, все. Аня! Это не ты? Аня! Чего? Ты чё? Откуда он вылез? Просто пришел. Ты же должна прикрывать меня. В смысле? Мы с ним разминули. Ты чего? Ты ешь там сидишь, блин, я слышу. Жуешь, блин. Ты должна прикрывать меня, когда я лутаю, а не кушать. Алло, блин.
видео. Ну ё-моё, бля. Я тебе отвечаю, я рядом с тобой стояла, вот я серьезно. Я рядом с тобой стояла, там ходил бот, короче. Я буквально, я к магазину подошла, просто к магазину. Я не знаю, откуда он вылез. Ходил бот, короче. Я буквально, я к магазину подошла, я тебе серьезно просто говорю, к магазину. Извини. Я реально, я даже примерно не понимаю, откуда он вылез. В сумке места уже не было. Сейчас я тебя заберу. Сейчас я посмотрю от твоего лица. Он спрыгнул, что ли, откуда-то? Или я просто прослакала, блин, я не знаю, либо он реально спрыгнул. Аня! Он спрыгнул! Просто понимаешь, он спрыгнул в 10 сантиметрах от тебя, упал с третьего этажа. Ноль звука было, как он ходит по плитке, считай, в туалете третьего. Как он спрыгнул и приземлился. То есть он был все это время на третьем этаже, получается? Ты посмотри вот этот фрагмент свой же еще раз. Сейчас, я посмотрю. Я тебе говорю, я была в шоке, я вообще не поняла, что происходит. А почему они этого типа не раздели? В сумке места уже не было, все. Смотрите, у тебя сейчас отворачивается Аня и просто, блядь, чел спрыгивает. Это что такое, бля? Аня! Отвернулась буквально на секунду. Чё? Откуда он вылез? Просто пришел. В смысле? Ты же должна прикрывать меня. В смысле? Мы с ним размин... Ты чего? Ты ешь там сидишь, блин, я слышу. Живёшь, блин. Ты должна прикрывать меня, когда я лутаю, а не кушать. Бля. Аня подставила меня, блин. В смысле подставила? Да я в принципе не могла такого ожидать. Ты должна смотреть, как турель во все стороны, а ты только о медузах думаешь. Эй, если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.